В администрации президента Украины завершили работу над законопроектом по реинтеграции оккупированных территорий. Напомню, этот документ украинские политики обсуждают уже не первый месяц. По информации «Европейской правды», он уже согласован с западными партнерами. В частности, со странами-участницами нормандского формата. И в ближайшее время его должны представить в Раде. Принять законопроект нужно уже в октябре, то есть до того момента, когда истечет срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Президентская администрация ожидает, что принятие нового закона усилит позицию Украины в Международном суде ООН, а также поможет в согласовании нужного Киеву формата миротворческой операции на востоке нашей страны.